сейчас я хочу пригласить девушку из Днепра. Впервые в этом году я ее увидела, да, тоже на фестивале «Нота». Предварительные концерты были, и приезжала Лиля Батюк, Виктория Славинская, и привезли еще одного Метелика. И когда Настя прочитала первое стихотворение, я сказала: «Ах, какой талантливый человек!» И вот сегодня Настя на мастерскую принесла свои стихи, и мы остались очень и очень довольны. А сейчас слушайте. Договорились до тишины, и с голосами погружены на дно словесных круговоротов. Стекает с неба на спины крыш, и льется медом густая тишь. Ты улыбаешься и молчишь, я слышу, кто ты. Застыли звуки, не говори. Твои слова у меня внутри, за всеми внутренними стенами. Ты улыбаешься тишине, ты молча думаешь обо мне. И даже громкое, злое «нет» молчит над нами. Спасибо. К следующему стихотворению, честно говоря, долго пыталась подобрать какие-то слова вступительные, не смогла. Скажу только, что она написана давно, в 2010-2013 годах. Шалено было сосерденько в русскоязычных городах. Співав для мене соловейко ні на калінових петлях. Кохане слово, рідне слово, сльозою застило на щеке. Моя найперша колискова була на русском язикі. Спасибо. І диск.